Здравствуйте. Сейчас мы познакомимся с тренером сборной Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как вам сегодняшняя игра? Прекрасная игра, ребята старались. Моя команда выиграла, наша команда выиграла. Я рад этому. Главное, что праздник состоялся. А счет ожидаем? Футбол такая игра, то что счет непредсказуем. Так получилось. Главное, чтобы ребята получали от этого удовольствие. А ваши пожелания противникам? Да никогда не надо расстраиваться. Футбол такая вещь. Сегодня выиграл, завтра проиграл или наоборот. И да надо спокойно ко всему относиться. Сегодня так получилось. Ничего страшного, в следующий раз выиграют обязательно. Скажите, а вот среди наших ребят есть ли те, у кого есть шансы стать такими знаменитыми спортсменами? Было бы желание у любого человека, неважно, сколько ему лет и чем он занимается, если он хочет чего-то достичь, особенно в футболе, то если он просто этого будет хотеть, будет стараться, прикладывать усилия, обязательно он добьется того, что он хочет. Неважно, где это. Вот сегодняшний матч проходил в рамках акции «Мир без наркотиков». Скажите, вот ваше слово в пользу здорового образа жизни. На самом деле наркотики, алкоголь, это, конечно, и курение, это не нужно человеку. И я просто призываю всех, чтобы не употребляли ничего плохого, правильно питались, играли в футбол, занимались спортом. И уверен, что Россия только счастливее станет от этого. Спасибо большое за уделенное время. Спасибо вам.